Рауля Альбентосы. Не тут-то было. Хуанпи не дает ему Бруно Сориано сделать передачу. Смотрите, как здорово все-таки Вильяреал двигается на чужой половине поля. И как быстро команда себе возвращает мяч. Малага не успевает. Это очевидно. Сальдадо бьет и гол! 1-0! На 18-й минуте первого тайма Роберто Сальдадо отправляет мяч в сетку ворот соперника. Карлос Камини не мог выручать свою команду. Ведь именно от рук камерунского голкипера мяч оказывается в углу ворот. Удар, конечно, неприятный. Но Карлос Камини, скорее всего, момент удара видел. И все-таки ему чуть-чуть не повезло. Смотрим еще раз. Вновь высокий прессинг дает результат. Тепло, естественно, публика встречает объявление автора забитого мяча. Ну, вот последний повтор все-таки убеждает в том, что, конечно, Карлос Камини мог свою команду выручать в этом эпизоде. Безусловно, вина лежит.